сюрприз. Не терпится открыть коробку. Вау, шарики! И что с ними делать? Приготовьтесь. Первое задание. Что там? Фруктовая одежда. Красный цвет мой. Отдай сейчас же. Тогда я заберу вот это. Нет, это мое. Отдай. Можно я свои вещи заберу? Нет. Как грубо. Лучше отдай эти вещи мне, иначе пожалеешь. Забирай. А я переоденусь в розовый. А что есть для меня? Рубашка? Не подходит. Майка? Но она абсолютно белая. Не беда. У меня есть идея. Мне нужен таз и подставка. Футболку плотно скручиваю. Разбавляю желтую краску. И выливаю на футболку. А следом сок лимона. Потрясающий результат. Вау! А, на помощь! В чем дело? Чего испугался? Следующее задание? Ну и что ты там прячешь? Макияж. Это легко. Нужно поторопиться. Для начала очищение кожи. Тщательно смою весь макияж. Вот так. А теперь тонизирующая ванна для лица со льдом. Я понял главный секрет в этой бутылочке. Ой. Ну и растяпа. Гадость. А это что такое? Кисточка? И что мне с этим делать? Поищу в интернете. Отлично. Пошаговая инструкция. Для начала выделю глаза ярким красным цветом. Немного теней. Есть. А теперь черная подводка. Она поможет создать огненный узор. Подкрашу ресницы. И губы. Сделано. Это покемон? О, нет. Мой макияж готов. Точно как в видео инструкции. Упс. Я все перепутал. Придется все начинать заново. Чем больше розового, тем лучше. Следующий этап – блестки. И, конечно, стрелки. И дорисую реснички. И обязательно добавлю зеленый, совсем как клубничный хвостик. А вместо румян – клубнички. Губы цвета спелой клубники есть. Задание выполнено. А как вам нравится этот макияж? Отлично, мне очень нравится. О, одобряю. Но нет. Какой нахал! Как он посмел? Что это? Новое задание? Линзы? Ты что-то понимаешь? Пока нет. Скорее сюда! Найди, где спрятаны линзы. Это сложно, но думаю, они... Следи внимательно. Здесь. Ты угадала. Ура, я угадала. Поздравляю. Подумаешь, усложним задание. Это уже серьезно. Следи за руками. Где линзы теперь? Хм, здесь? Да, раунд номер 3. Что? Ну как здесь что-то угадать? Это невозможно. Забирай. Вот, спасибо. Примерю новенькие линзы. О, да, замечательно. Я следующий. Не так быстро. Вот тебе. Ты отдохни, а я заберу свои линзы. Твоя задача собрать кубик Рубика. Кубик Рубика? Проще простого. Как она это делает? Готово. Приз твой. Линзы внутри. Какие красивые. Мне нравится. Я готов к испытанию. Угадай, в какой руке? В левой. Не угадал. О, нет. Попытка номер 2. Левая. С
Снова нет. Упс, снова мимо. Почему мне так не везет? Он смешной. Ты такой милый. Я тоже хочу линзы. Ой, что это? Ясно. Я сам сделаю себе лимонные очки. Лучше любых линз. Вырезаю детали нужной формы из фоамирана и приклеиваю к очкам. А теперь украшу белыми полосками. Что он задумал? Лимонные очки готовы. Я тоже хочу стильный аксессуар. Вау! И я. Ищите подсказки. Не толкайся. Все не то. Перец чили. Это точно для меня. Нашла. И что здесь? Перчатки. А у меня? Нитки и бусинки. Все ясно. Я сплету сумочку в виде клубнички. Петелька, петелька. И готово. А теперь зеленая ручка. Все просто. Раз, два. И соединяю все вместе. А с помощью крючка для вязания я свяжу для сумочки крышку. Вау! Чуть не забыла про бусинки. Они заменят клубничные семена. Готово. Отличная работа. Эти перчатки давно пора сменить. Новенькие – то, что нужно. И делать ничего не пришлось. Но так нечестно. Ложись! Стрела возвращается. Мои волосы. Какой ужас. Новое задание. Упс, зато было весело. Прически. Что там? Говори скорее. Прическа? Задела. О нет, расческа застряла. Добавлю в его лимонад секретный ингредиент. Кучерявый череп. Упс. А теперь покраска волос. Выглядит странно. Ну и ладно. Там только натуральные ингредиенты. Наношу смесь на каждую прядь и оборачиваю фольгой. Главное, ничего не пропустить. А теперь можно и отдохнуть немного. Зачем так усложнять, если можно просто надеть парик? Горячо! Быть самой умной так приятно. Я смастерю себе шапочку. Прошиваю и присбориваю ткань. Пришиваю бортик. И добавлю клубничный хвостик. Берет готов, и он отлично маскирует расческу. Время снимать фольгу. О нет, мои волосы, это катастрофа. А тебе очень идет. Придется принимать экстренные меры. Эй, аккуратнее. Ой, так много волос. Сделано. Что скажешь? Ты выглядишь отлично. Мне очень нравится. Спасибо. Мне очень приятно. И мне. Ой, смотреть на это не могу. Что она делает? Это ужасно. Они уже флиртуют. А обо мне все забыли. Я в ярости. Минутку. Есть идея. Из перцев можно сделать стильный пояс. Соберу все детали на кожаной ленте. Готово. Такой красоте можно только позавидовать. Восхитительно. Призовая коробка. Что же там может быть? Наверняка она набита деньгами. О да, я богата. Она в порядке? Спасибо, я заслужила все эти миллионы. А знаешь, о каком призе мечтаю я? Я открываю коробку, а там ты с кольцом делаешь мне предложение. Романтика. Это самый лучший приз. О, нет-нет-нет. Послушай лучше, о чем мечтаю я. Коробка открывается, а в ней еще коробка поменьше. Ты серьезно? Я так плохо тебя знаю. Внимание! Что за шум? Снова она.
У вас остался последний шар. Поторопитесь. Я буду первой. Бежим. Время пошло. Хватай шарик. Он мой. Отдай. В сторону. Но почему он не лопается? За ним. Все вместе. Где шар? Я вам помогу. Последнее задание. Аксессуары. За дело. Сейчас я быстро смастерю сережки в форме клубнички. Обвожу шаблон. Вырезаю из фоамира на детали. Раскрашиваю и добавляю зеленый листик. Соединяю детали и продеваю колечко. Добавляю фурнитуру, и сережки и клубнички готовы. Я справилась. Разделяю на части и из каждой вылеплю маленькие перцы чили. Добавляю хвостики и собираю все на цепочку. Эффектное ожерелье со стринкой готово. А для меня найдется что-нибудь? Спасибо. Теперь я быстро справлюсь с заданием. Вырезаю форму лимона. Добавляю листочки. Приклею глазки и нарисую брови. Добавлю немного румянца. Отлично. А теперь мейковер часов. Из черных они превратились в лимонно-желтые. Великолепно. Где мой приз? Отлично. Вы все справились с заданиями. Поздравляю. Призы теперь ваши. Не терпится открыть. Ох, Юи, я так счастлива. Ты выйдешь за меня? Да. И что здесь? Да, еще коробка. Еще одна. А в ней еще. Моя мечта сбылась. Мой приз будет самым лучшим. Кукла Леди Баг? Это просто унизительно. Нет. Вот тебе новая модная кукла-русалка. Спасибо. Она самая лучшая. Невероятно. Придется плыть. Здесь нечем дышать. Нужно спустить воду. Я нашла пробку, но не могу ее вытянуть. Ребята, помогите, поставьте лайк, иначе я задохнусь. Да, получилось. Спасибо. Фью. Ну что это за место? Спасите, на помощь. Я хочу выбраться отсюда. Больше пены? Помогите, кто-нибудь. Будет тебе пена. Пенная лавина. Этот шум очень раздражает. Как вы смеете закрывать меня здесь? Ау! На помощь! Это уже слишком. Тихо там. Какая большая коробка. Это безобразие. Ой, здесь что-то есть. Прощай, коробка. Интересно, как стать русалкой? И что с этим делать? Похоже на тир. Значит, мне нужен бластер. Точно в цель. Пункт первый – макияж. Здесь что-то есть. Это карта. Должно быть, сокровище спрятано здесь. 10 шагов прямо, 5 шагов налево. А вот и место, где зарыт клад. Супер шанс. Лопата мне не помешает. За дело. Как туда попала собака? Беги домой, песик. Да, наконец-то. Сундук с сокровищами. Посмотрим. Ну вот, здесь только деньги. Ничего интересного. На дне полно косметики. Вот удача. Избавлюсь от маски и приступаю к макияжу. Выделю глаза, губы поярче и, конечно, блестящая чешуя. Готово. Лети, воздушный поцелуй. Что? Пирсинг? Ну ладно, есть у меня одна идея. От резинки для волос отрезаю одно колечко и использую как пирсинг. Волосы никак не расчесать.
все из-за дурацкой щетки. Это моя любимая расческа. Я! Ауч! Еще и расческа. Какая наглость! О, еще одна подсказка. Укладка. Расческа у меня уже есть. За дело. Получилось. Мои волосы стали длиннее и красивее. Ой, а это что? Похоже, волосы застряли в стоке. Так и быть, я их достану. Фу, гадость. Но я все исправлю. В воду добавлю пенную бомбочку и хорошенько отмою эти локоны. Получилось. Теперь моя прическа выглядит еще лучше. Эти рыбы совсем от рук отбились. Попались? Теперь вы будете украшать мою прическу. И ты тоже. Что там происходит? Плыви, русалка. Детка, какое платье наденешь сегодня? Это нет. А вот это да. Йо-йо, бьет без промаха. Платье? Вот, спасибо. Из этого получится отличный топ. Вырезаю. Сшиваю детали. И мой наряд готов. Пора открыть следующую подсказку. Ноготь недостаточно острый. Другое дело, ноготь-плавник. Получилось. Хвост русалки? И где его раздобыть? Воздух! Кя! Ты что здесь забыл? Я ищу своих рыбок, ты их видела? Рыбок? Нет, точно нет. Милые ласты. Продаются? Я заплачу. Забирай. О, я богат. Здесь есть чем поживиться. Ласты вполне заменят плавник. Что это? Крючок? Отлично. Примотаю его к швабре и попробую что-нибудь выудить. Получилось. Хвост из туалетной бумаги готов. Осталось только его раскрасить. Не хватает только узора из черных точек. А втулка заменит трафарет. Великолепный результат. Вау! А отрезок старой сетки украсит топ. Что это за шум? В сундуке кто-то есть. Привет! А-а-а! О нет, все пошло не по плану. Стоп, я должен помочь. Пульс есть, нужен массаж сердца. Она не дышит. Кислородный баллон! А-а-а! Ты что здесь делаешь? Я не смог устоять при виде такой красоты. Неужели? Я принес тебе подарок. Не стоило. Ну, может, ты согласишься разделить со мной скромную трапезу? Пончики? Пожалуй. Будь моей женой. Ну уж нет, мы едва знакомы. Но я полюбил тебя с первого взгляда. О, нет, ребята, поставьте лайк, чтобы этот наглец от меня отстал. О, да, спасибо. Фу, что это за гадость? Отличная работа. Что дальше? Хвост не подведи. Корона, за дело.
Вот эта ракушка мне пригодится. И эти малышки тоже. Добавлю яркости. Драгоценные камушки нанизываю на проволоку. И соединяю с ракушками. И корона готова. Продолжим. А, грабитель! Да, попалась, отдавай корону. Какая наглость, корона моя. Я ее не отдам, защищайся. Упс, совсем забыла, что у меня теперь хвост. Ауч, моя голова. Получил по заслугам. О, морские звезды. Вот из чего я сделаю себе аксессуары. Покрываю краской. Соединяю красную и черную звездочку. И получилось ожерелье. Он уже проснулся? Ау! А, это снова он! И чего ты кричишь? Вставай! Отличное ожерелье! Спасибо! А теперь отвернись. И плыви отсюда. Он забыл свой чулок. Что там дальше? Перчатки. И я знаю, как их сделать. Вот и чулки пригодились. Теперь сделаю колечко из морской звездочки. Великолепно. Моя маска, а я совсем про нее забыла. Нужно срочно ее найти. Но куда она могла подеваться? Здесь нет. Здесь не видно. Вот ты где! Наконец-то нашлась. Пожалуй, нужно ее немного усовершенствовать. Для начала избавлюсь от черных точек. И приклею яркие чешуйки. Что это? Трезубец? Самый настоящий! Вау! И наверняка волшебный! Упс! Он работает! Последний этап! Это трезубец! Вот удача! У меня он уже есть! Эй, кто-нибудь! Я уже превратилась в русалку! Самую настоящую! Русалочка, плыви. О, сообщение. Новый тренд. Упс. Детка, это тебе. Самая модная игрушка для моей любимой девочки. Ау, я в ярости. Это портал? У девочки похитили Пупса. Я этого не допущу. Бражник, ты за это заплатишь. Я не дам ребенка в обиду. Снова ты, Леди Баг. Получай. Талисман Леди Баг у меня. Я победил. О, нет. Моя сила исчезает. Все пропало. Бежим. Наконец-то этот день настал. Моя Мурцесса. Ты вернулась? Мои сережки талисман у бражника. Что теперь делать? Я все испортила. Что? Я дома у Леди Ба. Вот удача. Мои сережки. Пожалуйста, не плачь. Я знаю, как все исправить. Мы превратим девочку в Леди Баг. А это инструкция. Да, я давно об этом мечтала. Замечательный план. А откуда у тебя это фото с сердечками? Не понимаю, о чем ты. Серьги-талисманы у меня. Великолепно. Вот только как их активировать? Попробую надеть. Суперсилы, проявитесь. Упс. А если так? Да. Что это было? Нужно найти другой способ. Думаю, начать нужно с костюма. С
этим я справлюсь. Готово? Примерь. Упс, что-то пошло не так. Великоват. Попытка номер два. А теперь? Точно нет. А мне нравится. Нет, попробуем еще раз. Только бы получилось. Да! Я готова противостоять бражнику. Вау! Чего-то не хватает. Yes. О, нет, только не это. О, да! Мой прекрасный костюм. Это слишком жестоко. У меня есть идея. Мы просто закрасим все черным маркером. Попробовать можно. Сработало. Что же с вами делать? Как активировать? Не знаю. А если я не смогу получить их силу? Никто не сможет. Я вас уничтожу. Ни царапинки. Прощайте. Что? Они снова здесь. Видеть вас больше не хочу. Нет! Сейчас вы расплавитесь, и следа не останется. Нет, они все еще целы. За что мне это? Костюм есть? Но как быть с прической? Я знаю. What? Мои волосы слишком темные. Нам поможет краска для волос. Это будет просто. Краска держится надежно. Нет, ты что? Она ведь еще ребенок. Ей рано красить волосы. Нужен другой план. Мы перекрасим парик. Отлично. Готово. Примерим. Мне нравится. Отлично. Прическа есть. Как это грустно. Что случилось? Теперь все в прошлом. Я больше не Леди Баг, и мои суперсилы утрачены навечно. Как тут не грустить? Я верну талисманы. Обещаю. Бражники не заметят, что я здесь. А, это ты, Суперкот. Рад тебя видеть. Сдавайся. О, нет, нас ждет увлекательный поединок. Дай мне только найти подходящее оружие. Не то. Не то. Долго ищу. Я готов. Лови. Клубки ниток. Обожаю. Упс, все пошло не по плану. Отпусти меня. С чего бы? Тебе что, нужны вот эти сережки? Что же делать с маской Леди Баг? Вау, какие очки! И сидят отлично. Что скажешь, мило? Но тебе нужно кое-что получше. Я сделаю настоящую маску. Но мне нравятся очки. Вырезаю. Приклеиваю. Примерь. Отлично. Упс, прости. Я совсем забыла про отверстие для глаз. Вот теперь маска готова. Ура! Ставь галочку. Маска супергероя есть. Дай 5. Я есть хочу. И я. Сейчас пообедаем. Приятного аппетита. Подожди, мы забыли про суперкота. Его тоже нужно покормить. Котик, котик, ты где? Вот ваш кот у меня. Ай, палец, тише. Что за шум?
Нужно уходить. Ауч, скорее. Эй! О нет, бражник схватил суперкота. Что случилось? Кот у бражника. О нет, ребята, я должна стать Леди Баг. Чего мне не хватает для полного преображения? Напишите в комментариях. Мы должны его спасти. В моем суперчемодане точно что-то найдется. А вот она, сумочка супергероя. А в ней сумочка для мини-супергероя. Да. Йоу-йоу, сумочка есть? Ну и где же эта Леди Баг? Почему она до сих пор не примчалась тебя спасать? У меня вообще-то и других дел полно. Приступим к тренировке. Вау, сколько здесь всего. Эта сумочка бездонная. Нам нужно поторопиться, суперкот в беде. Я только достану косметику. Вау, как пахнет. Ладно. Приведем лицо в порядок. Очищаем. Умываем. И нанесем блестки. Великолепно. А вязать меня научила бабушка. Это отлично успокаивает нервы. Вау! Готово? Надеюсь, с размером я угадал. Примерь. Спасибо. Это так мило. Чего-то не хватает. Блеск для губ. Ты не только супергероиня, но и суперкрасотка. Раз, два, три. Сдавайся. Руки вверх. Вода – мой злейший враг. Левый, правый, удар. Повтори. Раз, два, три. Я поняла. А теперь тренировка. Ты боишься щекотки? Спасите, помогите, я сдаюсь. Что за странный звук? Давай посмотрим. Только сегодня уникальное предложение. Сережки и талисман. Других таких сережек не существует. Мой талисман. Все пропало. Это конец. Что же делать? Иди, мы переоденем тебя, и бражник ни за что тебя не узнает. Отличный план. Вперед. Только сегодня не упустите свой шанс. Ты попался, бражник. Где кот? Не скажу. Вот он. А, на помощь. Ну, дела. Мне пора. Спаси кота! Бражника я беру на себя. Драться с ребенком? Котик, ты в порядке? Защищайся! Я снова победил! Спасите! Малышка у него! Все пропало! О, нет! Не плачь и вытри слезы. Моя бедная сестричка. Леди Баг нам поможет. Подержи. Но как? Сейчас увидишь. Все готово. Садись. Что происходит? Вот наш план. Мы превратим тебя в Леди Баг. Но как? Вот. Теперь у нас есть четкий план действий. Уверена, мы быстро управимся. Отпусти! Пожалуйста, поставьте лайки, тогда бражник отпустит меня. Он ушел, ура! Нет, он еще здесь. Скажи зло, сделано. Теперь мне есть кого добавить на фотографию, наконец-то. У меня нет ни одного настоящего друга. А теперь перейдем к моему зловещему плану. Ты превратишься в гигантского злобного монстра, и вместе мы захватим этот мир! Ты такой смешной? Как ты смеешь?
Для начала займемся костюмом. Примерь. Нет и нет. Может, это? Ничего не подходит. Ким! Опс! У меня появилась идея. Попробуем новый фильтр. Что? Вау! Выбираю вот это. Получилось. Берегись, бражник. Чего-то не хватает. Идея. Надеюсь, зарядов хватит. Нет, не делай этого. Хватит, прошу. Я еще не закончила. Ким, одумайся. Теперь мой костюм совсем как настоящий. Костюм сделано. Не хватает еще кое-чего. Я готова к поединку. Постой, тебе нужна сумочка, как у настоящей Леди Баг. Ну ладно, поищем сумку. Эту или эту? Что скажешь? Боюсь, ни одна из них не подходит. И что нам делать? Есть одна идея. Закажем в интернете. А вот и доставщик. Спасибо, это было быстро. Распаковка. Вау! Глазам своим не верю. Она потрясающая. Даже лучше, чем у Леди Баг. Давай ее протестируем. Бластер есть. Мягкий осьминог тоже. Возьмем только самое необходимое. И как в нее все помещается? Готово. Удивительная сумочка. Этот пункт выполнен. Ура! Там что-то есть. Похоже на хвост. Примерю. Теперь я Леди Баг русалка. Потрясающе. Значит, меняем наш план. Готово. Нужно разозлить девчонку. Но как это сделать? Дети такие непредсказуемые. Придумал. Моя суперсила. Ай, щекотно. Не сработало. Ну ладно, план Б. Посмотри, какой миленький котеночек. Такой пушистенький. Так хочется его погладить. Тебе нравится? Очень. Да? А что ты скажешь теперь? Был котик и нет его. Котеночек, я попробую тебя спасти. Мне нужна суперсила. Получилось. Привет, пушистенький комочек. Какой же ты милашка. Ты будешь моим лучшим другом. Как же так? Мой план провалился. А теперь займемся твоими волосами. Сделаем прическу, как у Леди Баг. Эта краска подойдет идеально. Подождем немного. Уже можно снимать полотенце? Подожди. А сейчас еще рано. Как долго. Время вышло, приготовься. Упс. Но что это? Откуда у меня эти косы? Это провал. О нет, я случайно перепутала и взяла краску для Венсдей. Но я все исправлю. Вот нужная краска. Она мне больше нравится. Приступим. Думаю, пора посмотреть на результат. У нас все получилось. Леди Баг спешит на помощь. Тебе так идет этот цвет? Прическа готова. Ты выглядишь замечательно. Сделаем селфи на память. Что это? Подожди. О нет, что я вижу? Мои зубы. Больше никаких селфи. Но что ты? Зубы всегда можно почистить. Вот, держи. Зубная паста для русалки – то, что мне нужно. Готово. Оу, как ярко. Упс, мои очки. Без них я ничего не вижу. Кажется, я нашла линзы. Сейчас. Нет, только не хвост русалки. Ладно, здесь есть еще. Это не твои линзы. Но как я буду сражаться с бражником? Вот линзы, которые подойдут для нашей миссии. Я помогу тебе. Готово. Спасибо. О нет, теперь я вижу эти ужасные мешки под глазами. Вот патчи. Они помогут. Попробую.
Засекаем время. Достаточно. Ничего не изменилось. Не беда. У меня есть идея получше. Аккуратно вырезаю маску, точно как у супергероя. Примерь. Немного ее усовершенствую и готово. Маска сделана. Со стильными чешуйками. Я буду рисовать. Что? Никаких рисунков, ты должна рассвирепеть сейчас же. И чего мне злиться? Вырезать я тоже люблю. Хватит с меня раскрасок и ножниц. Ладно, тогда буду прыгать. В этом я настоящий чемпион. Ай, голова! О нет, только не пузыри. Мои глаза! Это конец! У нас ничего не выйдет! Почему? Мои ногти, посмотри! Без паники! У меня есть аппарат для маникюра, попробуем! Это единственный выход! Цвет выберем красный и черный, как у Леди Баг! Начинаем! Потрясающе! Скорее окрасим остальные ногти! Супер маникюр для супергероя! Остался последний ноготь. В чем дело? Не работает. Лак закончился. Не беда. У нас есть подходящее фото. Получилось даже лучше, чем я думала. Маникюр сделано. Боевая тренировка – это очень важно. Есть идея. Тебе нужен экспресс-курс карате. Точно, я согласна. Удар, стойка, удар. Все ясно. Приступим. Защищайся. Прости, теперь твой удар вперед. Больно. Ауч, промахнулась. Раз, два, раз, два. Больше не могу. Тренируем вестибулярный аппарат. Осторожно, вешалка. Упс. Вот теперь я в ярости. Хватит, я все поняла. Ты готова. Тренировка завершена. Я так больше не могу. Ее невозможно разозлить. Давай играть. Хватит, остановись. Мне нужно подкрепиться. Это доставка? Я хочу пиццу. Сейчас. Благодарю. Какой аромат. Объеденье. Пицца? А мне? А для тебя ничего не осталось. Что? Я хочу есть! Монстр? У меня получилось. Теперь мы вместе захватим мир. Ты выглядишь так супергеройски, не то что я. В чем дело? Вот бы и мне побыть немножко супергероем. Это можно устроить. Какие наряды у нас остались? Вот этот. Я в восторге. Этот костюм был создан для тебя, подружка. Добавим последние детали. Вот, держи. Леди Баг и Суперкот готовы к бою. Мы ведем прямой репортаж из кинотеатра. Только посмотрите, кто здесь. Настоящий монстр. Ломать! Крушить! Кажется, вы видите мой последний репортаж. Если вы супергерой, пожалуйста, помогите. Я одолею тебя, злобный монстр. Ломать! Крушить! Ой, это сложнее, чем я думала. Не забудь про сумочку. Используй супершанс. Кукла? Но как она поможет? Кукла! Наконец-то! Сестренка, это ты! А ты ответишь за все свои злодеяния! Бе! Моя куколка!
Ты неудачница. О, нет, такое поведение неприемлемо. Пора Леди Баг выйти на сцену. Бражник, берегись. Нет! Подумай о своем поведении, а мы уходим. И куклу я забираю. Как вы смеете? Пойдем со мной, не бойся. Добро пожаловать. Так вот, где живет Леди Баг. Красота! О, какой ужас! Эти прыщи стали огромными. Что делать? Ой, подожди минутку. Я уверена, все можно исправить. Мы превратим тебя в настоящую Леди Баг. И куклу тоже. И куклу. Приступим. Для начала мне понадобится маска и перчатки. Так легко им со мной не справиться. Я найду тебя, Леди Баг. Не сомневайся. А вот и нужный мне шкафчик. Вперед! Я на месте. Вот вы и попались. Сперва избавимся от этого прыща. Фу, мерзость. Этот прыщ еще огромнее. Это хуже любого кошмара. Ха, ну и вид у тебя. Нет. И больше никаких прыщей. Ура! Фух, посмотрим, что еще нам предстоит сделать. Сколько лишних волос? Сейчас мы с ними распрощаемся. И с этими тоже. А теперь очистим загрязненные поры. В этом нам поможет маска для лица. Засекаем время. Готово. Кожа сияет чистотой. Маска мне больше не нужна. Ну что за странный запах? О, нет, твои зубы. С этим срочно нужно что-то делать. Поехали в мою лабораторию. Здесь есть все необходимые инструменты. Сперва смоем всю грязь чистой водой. Теперь почистим зубной пастой. И не забываем про ёршики для брекетов. Сделано. Запах не исчез. Фу, это кукла. Прыщи ликвидированы. Зубы сияют. Сделано. Эта задача не из легких. Но я никогда не сдаюсь. Из бутылки сделаем ванну. И наполним водой. Бомбочку для ванны уменьшим до нужного размера. И опускаем в воду. Мягкая и пушистая пена. Ароматные цветы. Великолепная ванна готова. Сейчас мы смоем с тебя всю эту грязь. Я помогу. Ла-ла-лам. А, что с твоей прической? Садись, тебя нужно хорошенько расчесать. Уберем все заколки и резинки. И за дело. О нет, щетка застряла, не сдвинуть с места. Ладно, попробую с другой стороны. Не выходит. Третья попытка. Это мой шанс заполучить йо-йо. Упс. Ауч. И у меня получилось. О, да. Теперь соберем волосы в два хвостика. Мне нравится. И последний штрих. Синие волосы, совсем как у меня. Вау, я в восторге. Куколке тоже нужно сменить прическу. Сделано. Вау, мы отлично потрудились. Еще один этап перевоплощения завершен. Йо-йо! Упс!
Нет, нет, не трогай это. Ты еще не готова. Йо-йо – это большая ответственность. О нет, твои ногти. Тебе нужен маникюр и срочно. Сперва надень маску для рук. Она напитает и увлажнит кожу и ногти. Раз, два, три. Снимаем. О, какие чистые у меня ногти! А теперь выберем лак. Я предлагаю красный. Вау! Это самый красивый маникюр в моей жизни.